Футбольный клуб «Распадская» на домашнем поле встречал гостей, дружину из Новокузнецка. Счет был открыт в середине второго тайма. Таким образом, одна из команд лишилась возможности бороться за титул чемпиона Кузбасса. Финальная встреча Кубка Кузбасса состоялась в Междуреченске. Целый тайм играли по нолям и только ко второму. В очередной контратаке гости открыли счет. В ворота Распадской забивает Роман Тузовский. Переломить или оторваться в счете не получилось. Итог встречи 0-1. А эту игру наши спортсмены назвали матчем упущенных возможностей. Междуреченцы вылетели из борьбы за титул чемпиона Кузбасса. Но футбольная борьба продолжается. Наши сражаются в первенстве и Кубке Сибири, и чемпионате Кемеровской области. Ближайший матч пройдет на Томусинце 10 августа, начало в 18 часов. Распадская встретит новокузнечан.